Более 630 километров региональных и местных дорог планируется отремонтировать в Тверской области в нынешнем году. В этот вторник губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области. Рассмотрены итоги работ в минувшем году. Определены планы по развитию дорожной сети региона в этом году. Подробности у Натальи Чекет. Объемы дорожных работ в Тверской области с каждым годом увеличиваются. Работы ведутся в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Среди ключевых проектов – приведение в порядок подъездных путей к школам, больницам и другим социальным объектам, а также развитие дорожной инфраструктуры рядом с новыми предприятиями. В частности, в планы ремонта включены дороги к 23 соцобъектам, 9 местам притяжения туристов и 7 инвестиционным проектам. Во время заседания губернатор Игорь Руденя сообщил о планах по началу реализации крупного проекта созданию объезда Торжка. Дорога проходит через центр города, при этом экономическая активность, деловая активность постоянно растет. И сегодня уже наши дороги, мосты, которые находятся в историческом центре города, уже испытывают очень большую нагрузку. Учитывая, что этот проект очень крупный, мы его разобьем на несколько этапов. Среди ключевых объектов дорожного строительства – Западный мост, вылетные магистрали в Твери, речной порт и развязка на трассе М-10 в Конаковском районе, создание транспортной хорды между трассами М-9, М-10 и М-11, а также строительство подъездов к промзоне Боровлева и комплексу «АвтоВАЗ», ремонт дорог от Торжка до Старицы через Берново, Западная Двина, Жарковский, Санково, Красный Холм, подъезда к Зубцову. Наш опыт, который мы наработали за 7 лет, он нас заставляет просто относиться к этой работе уже очень внимательно, потому что увеличение объемов дорожных работ, плановый характер, который проходит, он не должен нас расслаблять, потому что это все выше и выше требования, которые нам предъявляют граждане, которые начинают сравнивать то, что было, то, что стало, что наличие хороших дорог и повышает еще требования к проведению ремонтных работ в настоящее время. В 2023 году планируется отремонтировать 332 погонных метромостов. Продолжится ремонт территории возле учреждений здравоохранения. Игорь Руденя поручил ответственным ведомствам региона предоставить предложение по реализации аналогичного проекта по ремонту территории у школ и колледжей области.